Вот такие необычные фотокамеры создает калининградский фотохудожник Сергей Лебедев. Все его творения похожи на предметы искусства, а сам аппарат называется «камера обскура». Это самый-самый абсолютно простейший принцип вообще фотоаппаратов. Это то, как начиналась фотография, то, как рождались первые камеры. И, по сути, они и были простыми деревянными коробочками. Сергей объясняет, что для создания фотографии достаточно маленького отверстия, через которое проникает свет. Простые, одновременно уникальные камеры мастер делает из засохших деревьев, гальки и ракушек. Материал собирает на берегу Балтийского моря. Это вот те корешки, которые лежали на море, то есть вот эти упавшие деревья, вот в данном случае здесь часть ствола и корень. Они, видите, без коры уже, то есть здесь такая приятная поверхность. Из обмытых морем деревьев Сергей делает пластины, а из них собирает камеры. Каждая получается не похожей на другую. С помощью простейшего фотоаппарата не получить изображение с высокой четкостью. Однако фотографии все равно выходят интересными. Увидеть работы, сделанные Сергеем, можно на выставке в Калининграде. Здесь же представлены и его деревянные фотокамеры. Мастер продает их по $150.